канун 105-летия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи в районном центре культуры прошел диалог поколений. Повод встречи бесспорно значимый, исторический. На мероприятии побывала и съемочная группа ОКС-ТВ. В зале районного центра культуры собрались бывшие комсомольцы, преемники ВЛКСМ, представители Белорусского республиканского союза молодежи и пионеры. Такая важная для каждого встреча была организована не только, чтобы поддержать преемственность поколений, поделиться опытом и наработками в воспитании молодежи, но и возродить в памяти и в сердцах присутствующих комсомольцев то незабываемое время их самоотверженного труда, важных дел и годы становления и расцвета комсомола. Какой мой комсомольский стаж? В следующем году будет 60 лет. Для меня комсомол – моя судьба. Он меня сделал как человека, сделал как гражданина, и я буду всю жизнь благодарна этой организации. Если, например, кто-то где-то сказал, что вот это надо сделать, значит, не было никаких ни домашних дел, ни семейных дел. Все вставали плечом к плечу и все делали одно единое дело. Но если у кого-то была беда, то все отложи, но помоги друг другу. Прекрасным дополнением мероприятия стали музыкальные номера и тематическая выставка. Черно-белые фотографии, вырезки газетных публикаций, значки, партийные билеты. Да, того союза молодежи уже давно нет. Но то, чего добились наши мамы и папы, бабушки и дедушки сегодня поддерживается и сохраняется самой массовой молодежной организацией в стране – Белорусским республиканским союзом молодежи. 105 лет ВЛКСМ – это для нас важная дата, потому как общественное объединение БРСМ – это правопреемник комсомола. Именно молодые люди наши продолжают то, что делали ранее наши комсомольцы. В рядах Сморгонской организации общественное объединение БРСМ насчитывается 1770 человек. Это молодые ребята в возрасте от 14 до 31 года. Организаторами мероприятия стали общественное объединение Белоруссии, Русский республиканский союз молодежи, районный совет общественного объединения ветеранов и районное объединение профсоюзов.